В Красноярске поймали производителей контрафактного алкоголя. По предварительной информации, процессом руководили четверо мужчин. На складах нашли 24 тысячи литров спиртосодержащей жидкости, пустые бутылки, оборудование для розлива и производства алкоголя. В октябре прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в нескольких складских помещениях города Красноярска и населенных пунктах региона наши сотрудники выявили производство спиртосодержащей продукции. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.